Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, мои дорогие. Денечка, что надо сказать? Привет. Привет. На каком вы канале? Барби Бум. И мы сегодня снимаем очередной развивающий ролик. Друзья, сегодня будем развивать полушария, тактильное восприятие и воображение. У нас будет сегодня рисование фигур на спине. Это очень полезная игра, и мы ее с мамой помним с детства. И мы будем играть самый простой вариант. У нас есть распечатанные картинки. Круг. Квадратик. Треугольник. Солнышко. Плюсик. Не обращайте внимания на подписи, у нас немножко другие обозначения. Спиралька. Ежегодный переход. И стрелочка вверх. И стрелочка вниз. Значит, мы разложим перед Дениской картинки. Будем на спинке рисовать. И стрелочка вниз. А он будет выбирать из всех картинок, которые перед ним, что мама нарисовала. Дин, давай попробуем, Динь. Сейчас мама тебе будет на спинке рисовать, а ты из того, что у тебя есть, будешь выбирать то, что мама нарисовала. Ты, мама, рисуй что-нибудь. Динечка, давай внимательно. Что мама нарисовала? Выбери из картинок, которые у тебя перед глазами. Что мама нарисовала? Минус. Нет. Стрелку вниз. Еще разочек повторяем. Стрелку. Мама нарисовала что? Стрелку вниз. Нет. Еще раз внимательно. Правильно. Выбирай, где у тебя круг. Молодец. Теперь стрелку вниз, мам. Давай, теперь тебе Кеша нарисует. Кеша нарисует. Что это такое? Нет. Еще раз подумай. Раз палочка и два. Посмотри на свои картинки. Что у тебя перед глазками? Что Кеша нарисовал? Кеш, нарисуй еще раз. Да? Кеша, что нарисовал Кеша? Это как называется? Плюс. Давай отложим плюсик. Все правильно, молодец. У нас остался квадрат, спиралька, стрелка вверх, треугольник, пешеходный переход, солнышко. Кеша рисует дальше. Солнышко. Да подожди, Кеша еще не нарисовал. Ну, что за фигурку он нарисовал? С тремя сторонами. Скажи, мам. Ну-ка, посмотри да выбери, Дин. Кого? Нет. Нет. Кеш, нарисуй еще раз. Что Кеш нарисовал? Ну-ка. Правильно. Давай выбираем треугольник. Выбирай треугольник. У нас останется всего 5 фигурок. Кеш рисует. Что Кеш нарисовал? Нет. Ну-ка еще раз Кеш нарисуй. Ну? 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 Он нарисовал. Он нарисовал. Все, Кеша еще раз еще рисует. Что Кеша нарисовал? Стрелку. Правильно, какая стрелка это? Вверх. Правильно, убирай ее на спинку. Какая? Кеша, нарисуй еще одну фигуру. Что Кеша нарисовал? Правильно, прячь за спинку. Давай, прячь. Прячь, прячь, молодец. Осталось 3 фигуры. Сейчас Кеша нарисует еще одну фигуру. Давай. Что он нарисовал? Вот это. Правильно, как это называется? Треугольный переход. Молодец, прячь. Сегодня написано. Все, Кеша рисует очередную фигурку. Какую? Какую Кеша рисует фигурку? Да. Нет, на что это похож, Денис? На спиралку. Нет. Это было солнышко. Ну ладно. С одним мы же могли разочек ошибиться. Сегодня мы тренировали наше полушарие, тактильное восприятие. Ну, а с вами был канал Baby Go. Ставьте нам пальчики вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте полезные комментарии. До новых встреч, друзья! Ну давай. И Диня. Тучка. Павел. А ты целовал?